познакомиться с этим мальчиком. Иди познакомься, конечно же, можно. Еще синяя есть. Вон синяя лежит под. Давай копать. Вон еще там. Давай. Это твоё. Вот так, папа. Дай.
купить газа надо. Всем привет! Вы на канале Синички. Я сегодня был на семинаре, и я вам сейчас хочу показать одно упражнение. Оно мое самое любимое. Давайте повторяйте за мной. Раз! Это сложно. Конечно. А что еще было? И другое упражнение. Сейчас. Какое? На это ката, а не упражнения другие. Но я их забыл. Я только одну помню. Так что давайте уже пойдем домой. Мы сегодня были на речке. И мы идем домой. Уже нагулялись. Пойдем домой, а то нас покусают комары. Побежали скорее, чтобы не покусали. О, Алёнушка машет. Идем догонять их. Ну, папа, пошли зрители. Всем привет. Вы еще здесь? Это мой стол. Мы еще не ушли, язычки. Мы хотели посмотреть нашу речку. О, мама, что это такие колючки новые? Ага, красивые. Да. Выросли колючки. Конечно. И а ковыль уже вырос. И колется у него. Лёва забрался уже высоко. Да. Посмотрите на речку. А город наш еще выше. Да. О, а вон там я уже был. Я там искал высоко. Помнишь, мам? На другой стороне реки, да? Да? Ну, пойдем дальше. Пошли. Всем привет! Вы еще здесь? Извините, что вы такие, что мы такие долгие, и мы не пошли домой. Мы еще вас хотели поснимать. Вон, посмотрите, какая красота. Да. Розовый кустик. Конечно. Шиповник. Да. Красивый. Ну, на этом зрители. Ну, пока. И еще. Не забыл. Еще не забыл. Всем до свидания. А еще ставьте лайки быстрее. Вот такие. Если не понравилось, делайте такие. Любые делайте. И такие, и такие. Да. Пока, Лёвушка. Какие хотите. Вы были на канале Синички. Быстрее делайте, а то не сейчас закончится. Ну, всем пока, не буду я шутить. Ну, с вами всем пока! Пока! Пока!